Киев поминает погибших и укрепляет баррикады. На Майдане Независимости постоянно находится несколько тысяч человек. Лейтмотив всех выступлений в том, что каждый чиновник, причастный к репрессиям и коррупции в столице и в регионах, должен быть уволен. Пока на местах остаются люди, назначенные предыдущей властью, Майдан будет стоять, считает большинство участников протестов. Люди считают, что может быть предательство, потому что помнят результаты оранжевой революции. Кроме того, по городу еще бродят гопники, тетушки. Порядка еще нет. Поэтому стоят, не доверяют еще. В центре Киева милиционеров нет. Улицы патрулируют отряды обороны Майдана. Они следят за каждым движением у государственных учреждений, чтобы предотвратить вывоз денег и документов. У Нацбанка проверка особо тщательная. Документы покажи свои. Права, документы. Не, руками мне не можно. На местах, где пали участники протестов, сраженные пулями снайперов, море цветов и лампады. В центр Киев приходят люди, чтобы почтить память погибших. Многие не сдерживают слез. Шануть память загиблих. Пришел почтить память. Мой лучший друг был тут в эти дни. Он, к счастью, жив-здоров. Другим повезло меньше. Главное развлечение на Майдане – фото на память у захваченных милицейских водометов и боевой машины пехоты. Большинство магазинов и банки в центре Киева до сих пор не работают. Коммунальные службы и сами участники уличных акций на Майдане пытаются приводить в порядок территорию, на которой за дни боевых действий скопился мусор. В обменниках ежедневно меняется курс гривны, национальная валюта стремительно дешевеет. А у мобильных кофеен и закусочных нет отбоя от покупателей.